Для Люберецкой областной больницы этот год оказался урожайным на новое оборудование. По госпрограмме здравоохранения Подмосковья в стационарное отделение поступила очередная партия современной аппаратуры. Возможности медицинской техники врачи оценили вместе с нашей съемочной группой. Качество изображения очень хорошее. Качество лучше быть не может. Разрешение камеры этого аппарата Full HD. На сегодняшний день это максимальная четкость изображения. Мечта оперирующего хирурга. Видеостойка артроскопическая для проведения артроскопических операций, которая позволяет проводить операции как на малые, так и на большие суставы. Татьяна Данилюк – одна из первых, кому предстоит операция на новом оборудовании. Женщина уже 10 лет мучает артроз коленного сустава. Нету движения, ограничено движение. Два дня положили в больницу и на третий день будут оперировать. Доктор зашел и сказал: американское оборудование. Я первооткрыватель. Обещал, что бегать будем. Умная машина не только повышает качество оказания медицинской помощи, но и вдвое сокращает время пребывания пациента на операционном столе. Преимущество также заключается в том, что здесь одна двухпоточная помпа, что увеличивает круг оказания медицинской помощи при различных патологиях опорно-двигательного аппарата. Люберецкая областная больница получила два таких аппарата. Копилка медучреждения пополнилась еще двумя стойками для видеолапароскопических операций. Одна из них находится в стационарном отделении номер один. Более четко становится визуализация тканей, артерий, плюс лимфоузлы, которые онкологи часто используют. Новая техника уже успела показать, на что она способна. Через 2 часа после операции пациенты встают на ноги и буквально готовы отправиться домой. После операции я удивлен, у меня ничего, можно сказать, ничего даже не болит. Я даже обезболивающие не делал. Хожу, встаю, нормально все. Всего в этом году в арсенал больницы поступило 30 единиц оборудования. Это современные операционные столы, УЗИ, аппаратура и высокотехнологичные приборы. Еще могу похвастаться, что, наверное, не каждая больница Московской области получила. Это новый лазерный нож для хирургии в урологии. До конца этого года от Министерства здравоохранения поступит еще 10 единиц медицинской техники. В новой партии будут инструменты, необходимые в работе анестезиологов, кардиологов и пульмонологов. Луиза Егазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.